нас правда много. И я очень благодарна вам, потому что вы нашли время в этот прекрасный солнечный день, да, не отдыхать, а прийти и смотреть довольно тяжелое кино и испытывать довольно тяжелые эмоции. Тем не менее, вы большие молодцы. И я вас сейчас очень хочу пригласить ко мне вот сюда, взять вместе со мной вот такие вот плакаты и встать все вместе в поддержку Олега Сенцова. И отдельно я хочу сказать огромное спасибо Маль, руководителю фонда «Открытая Эстония», который организовал для нас вот этот замечательный показ. У нее есть еще такое предложение вместе с картой, вместе вот с этим плакатом взять вот такую красную карточку. Эта красная карточка будет означать, что мы просим тех, кто решил принять участие в чемпионате мира по футболу, еще раз подумать и до тех пор, пока не будет освобожден Олег Сенцов, не принимать участие в чемпионате мира по футболу.